Псакины дети. Недавно Псаки очень точно сказал, почему упал евразийский Боинг. Видели, они замолчали. Они замолчивали. Они поняли, кто там нарушил это все. И замолчали. Но Псаки выдала. И выдала точно причины падения Боинга. Малазийский Боинг, сказал он, упал, потому что был тяжелее воздуха. Гениально. Ну, америкосы, тем не менее, он действует на весь мир.